Медвежий приют Доможир, который находится во Львовской области, это место, оборудованное для спасения медведей и максимально приближенное к природе. Бурый медведь находится в Украинской Красной книге. В живой природе их очень мало. У каждого мишки здесь есть своя зеленая большая территория, берлога, бассейн, регулярное питание и уход ветеринаров. Берлогу медведям оборудуют люди, потому что сами они не умеют. Мишки, которые выросли в неволе, вернуться в дикие места не смогут и нуждаются в постоянной заботе человека. На 100% нельзя возобновить их природные инстинкты, и без человеческой помощи они не смогут жить. Работники приюта спасают медведей из мест, где к ним плохо относятся. Рестораны, цирки, передвижные зоопарки. Вы можете своими глазами увидеть, как живут медведи, сходить на экскурсию и послушать их истории, а после полакомиться вкусностями в местном кафе. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами была Малина, пока-пока!